А вот нет, он перелазит и падает. Он с другой кромогой, даже с большой, на самом высоте. Я могу показать, он кроватки становится и вылазит и падает. Просто убрали их сюда. Безопасность это самое, наверное. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем разобраться с любовью, не для любовь, еще что-то хуже. У вас здесь есть? У меня 5. Они гуляют на дома? У меня 5. На ковре бывает? Вот посмотрите, у нас окна закрыты замками специальными. Вот специальный замок, чтобы вот видите, вот здесь. Сними, пожалуйста, чтобы поставили специальный замок. Есть можно мы приобретем какой-то индивидуальный ковричек, больше, который потом здесь останется, чтобы он не сидел, по нему посмотрит. Или манеж, да, чтобы он мог манеж сидеть, потому что он не сидел на полу. Он не на полу, это там на трассе лежит. Да, я понимаю, я имею в виду. Вы считаете, что они должны обрабатываться? Ну, такой, чтобы он был с пластиковым покрытием. Ну, вот здесь такие, как сказать, надо, чтобы... Да, да, я понял. Вот, ну, все остальное самое необходимое. Водичка, там, светочки, банка. Вот, Ром, смотри, вот там привезли то, что... Да, и памперсы. И памперсы. А вот там на тумбочке наши памперсы. Это привезли волонтеры. Вот. Да, ребята, сегодня приезжали. Волонтеры привезли. Да. А вот это то, что наше. Да, да, я снимаю. Да, что я его связываю с домом, эти лапти синие. Да. А вот маму или папу кто-нибудь ищет, вот знать? Сейчас узнаем. Милиция. Милиция приехала, оформила, все написала. Милиция привозит к нам только одним способом. Три акта милиции обязательно привозят ребенка, который нашли, который взялся с акта милиции. Без этого мы не понимаем. Мы же на телефон сообщение есть. Мы со своей стороны. Сегодня завтра тоже были ребята. Мы завтра на самом. А кто-то знает, что Ваня зовут? А вот так папа так сказал. Значит, завтра наш юрист дает сообщение управления по делам несовершеннолетних. Такая процедура. Письменное сообщение мы завтра даем. И они начинают, если приходит мама и просит его отдать, мы ее направляем на Косовское управление по делам несовершеннолетних. Если они рассматривают и считают нужным отдать, они напишут официальное письмо, разрешающее. Там кошка, да? Мы нам кошку.